Месячник по уборке и благоустройству стал ключевой темой аппаратного совещания в Пинском горосполкоме. Мероприятие, связанное с весенней генеральной уборкой, решено было продлить до 5 мая. На чем необходимо сконцентрироваться всем участникам месячника, что необходимо сделать для наведения чистоты и порядка на улицах города, рассказываем в нашем сюжете. Аппаратное совещание в горисполкоме началось в этот день с приятной миссии, которую выполнил глава города Валерий Рябковец, поздравив заслуженных людей. Сразу три пинчанина удостоены высокого звания «Человек года Брещины» по итогам 2022 года. За большой личный вклад в социально-экономическое развитие Брестской области в агропромышленном комплексе это почетное звание было присвоено Василию Михайловичу Невару, директору Пинского комбината хлебопродуктов. В области строительства «Человеком года Брещины» стал Николай Павлович Ковалько, директор строительного треста номер 2, а в области здравоохранения – директор Пинского государственного медицинского колледжа Марина Владимировна Ковалевская. Кроме этого, на доску почета Брестской области занесен Пинский государственный аграрный технологический колледж, директор Николай Иосифович Вакульчик. Соответствующие награды еще будут вручены победителям на уровне облсполкома. Более подробно о каждом из предприятий и учреждений и о людях мы обязательно расскажем в наших передачах. Одно из ключевых тем предметных разговоров на совещаниях в эти дни по-прежнему является генеральная уборка Пинска. Городской месячник по уборке и благоустройству в связи с погодными условиями продлен до 5 мая, а 22 апреля состоится республиканский субботник, в котором принять участие необходимо всем предприятиям и организациям, наведя порядок на собственных и прилегающих территориях. О том, каким участкам в настоящее время уделяется особое внимание, рассказал главе города и всем присутствующим заведующий сектором городского хозяйства и благоустройства Управления архитектуры и градостроительства Роман Новак. Это покраска малых архитектурных форм на дворовых территориях, окраска турникета и уборка у бортового камня. Погода вот будет, приступаем к покраске. Что касается песка, после бортового камня уборка идет, и мы, Валерий Леонидович, какому празднику? Песок уберем 1 мая. 1 мая вот помечает песок. Много и активно в этом году на уборке города работают студенты, учащиеся учреждения образования. Большая работа проделана на сегодня предприятиями и организациями, которым со стороны горисполкома были сказаны слова благодарности. Тем не менее, работы продолжаются, и особенно сейчас, когда налаживаются погодные условия, необходимо максимально оперативно все завершить.